Добрый день, уважаемые коллеги, кураторы, эксперты и участники проекта «Балдея интернет места». Хотелось бы начать нашу защиту с маленького видеоролика. Это наши полгода жизни и наш путь к финалу. На сумму 1,3 миллиона долларов. Остальная техника приобретена
образом, дорожный участок и система сканирования, работающая в комплексе, позволят только на приобретении техники сэкономить 2 200 000 долларов. Приведенные в порядок дороги и поддерживаемые на таком уровне позволят нам увеличить ходы машин, уменьшить расход дизельного топлива, увеличить среднюю скорость движения автосамосвалов, увеличить ресурс автосамосвалов, повысить безопасность дорожного движения. Таким образом, нам необходимо потратить на приобретение техники 1 500 000 долларов, которая окупается за 1,3 года. И стоит отметить, что если мы данную лазерную систему будем использовать на Петровском и на Артемовских карьерах, то экономический эффект будет еще больше. В общем, весь проект можно разделить на 3 этапа. Первым этапом мы комплектуем дорожный участок необходимой техникой. Второй, мы мониторим и контролируем качество дорожного покрытия с помощью высоких технологий и инструментального замера. Мы правильно ставим задачи по ремонтам. И после того, когда мы приведем в порядок дороги, третьим этапом будет переход на радиальные шины, обладающие лучшими эксплуатационными характеристиками, большим значением ТКВЧ и средней скоростью. Это основа для будущих свершений. Спасибо за внимание. Давайте вопрос. Вопрос, наверное, если финансовый. Руслан Николаевич, нет у вас? Это что? У меня просто насколько влияет человеческий фактор. Это получается тяжело сказать, потому что, допустим, сегодня, допустим, у человека, да, хорошее настроение, завтра там плохое. Вот. И, допустим, сегодня хороший человек, завтра он уехал в Польшу, приходит неопытный человек. Поэтому тут тяжело сказать. А так у нас будет четкая, ясная картинка, которую, ну, практически, ну, тяжело контролировать. Ну, да, влияние человека. Вы оцениваете состояние того сейчас? У вас было написано, что вы слышите 50 метров, а красная зона, она делается. Сейчас оценка есть? Сколько дорог соответствует этой? Сейчас пока такого нет, умножишь на такой систему. Но на данный момент просто у нас нет техники, которая занимается именно содержанием дорог. Поэтому у нас и дороги получены. Yeah.